Всем привет. Полный вперед на первую миссию. Так, задание черный список. Каждым выполненным заданием компания Сэм все ближе к тому, чтобы остановить инженеров. Предотвратить следующий теракт черного списка, пока не поздно. Ну окей, это все понятно. Утром один из протестующих у военной базы. Вывезите Андрея Кобина из убежища в Бенгази. Ну окей. 34-летний Гюнтер Шмидт, игнорируя часового, ну что, понеслась, я вроде бы все настроил. Давайте начнем задание. Отчет из убежища под охраной ЦРУ. Они взяли парня с данными по Гуаму, но никого не пускают к нему, пока не закончат. Как его нашли? Никак. Он сам взял и пришел к ним. А если это просто псих с извращенным чувством юмора? Ты что-то не договариваешь? Чувака зовут Андрей Кобин. Это о чем-то говорит? Сэм. Эй, стойте. Вы его знаете? Что нам надо знать? Это почему торговец оружием сдался ЦРУ сразу после Гуама? При всем уважении, этим допросом должно заниматься ЦРУ. Забудь свои старые привычки, Брикс. Ты теперь с нами. Так точно. Я что-то пропустил? Он наш единственный выход на инженеров. Я никому это не доверю. Кто такой Андрей Кобин? Андрей Кобин инсценировал смерть моей дочери, чтобы надавить на меня. Ого, и он еще до сих пор жив? Загадка. Что делать, Сэм? Ну что, ребят, понеслась. Вперед. Где это убежище? Ого, паршивый райончик. Ага, странно, да? Обычно-то как глянешь, так сразу и ясно. Тут попахивает ЦРУ. А ну тихо. Лучше зайти через базар вот здесь. Ты подашь сигнал, мой агент покинет убежище, доступ к Кобину будет открыт. На экране всегда все гладко, Грим. И учти, Сэм, нам нужно захватить его живым, а не мертвым. Брикс, откуда лучше вести наблюдение? Лучше засесть тут и тут. Пойдет. Бери снайперку с глушителем. Я прикрываю и работаю по цели, сэр. Чарли, подгони нам какой-нибудь транспорт. Понеприметней. Фургон. Все будет. Ты мне так и не ответил, Сэм. Лучше позаботься, чтобы нам было куда отступать. Скажем, сюда. Всем все ясно? Нужно сделать все чисто. Экипаж, вылетаем в Бенгази. Грим говорит, Кобин нужен живым, так что не расходись. Используй светошумовые гранаты. У меня уже на них денег нет, я уже другую купил. Ну ладно, мы в той миссии другую купили. Ну да ладно, вот наш электрошокер, базовые очки, шум, шашка. Ну, у нас тут вроде гранат нормальный, светочивый газ, самое главное. Газом тоже можно. Светошумом можно было. Ну да ладно. Надо не забывать, что как мы его оттуда живьем будем вывозить. Вот в чем. А если кто не знает, что это за личность такая, это было здорово начать именно с него, потому что этот подонок по конвишену терроризировал Сэма Фишера. Я понаслышке это, конечно, знаю. Я не проходил конвишен. Именно там он терроризировал Сэма Фишера тем, что якобы умерла его дочь, и инсценировал именно этот человек. Чем все закончилось, не знаю. Ну, наверное, все хорошо, так как мы и по автоответчику, по телефону разговаривали с дочкой Сэма Фишера. Да еще и этот подонок жив. В общем, идем за ним сейчас. Ну, естественно, еще мы побываем в разных горячих точках мира, я так понимаю. Из-за подключения Фрапса загрузки тут гораздо дольше. Итак, Бенгази, Ливия.
Грим, как обстановка? У нас проблема. Я пытаюсь связаться с агентом с тех пор, как вы сели. Тишина. Брикс, ты видишь, что вокруг убежища? Я только пришел. Плохо дело. На площади множество боевиков. Ого. Дикие люди, я мать их. На площади. Боевики блокируют главный вход. Сэм, мне занять другую позицию. Встретить вас внизу. Наблюдай с юго-западного угла. Понял. Выдвигаюсь. Грим, продолжай пытаться. Дай знать, если агент отзовется. Ладно. Дикие психи, блин, эти все мелкие страны, их надо, я не знаю, как-то в какую-то капсуле, резервуаре держать. Вам помочь? Да. Туалет есть у вас? Сзади. Угу. О, Сэм Фишер, модно выглядит. Как-то сразу не понять, что это американец, да? В очках, в такой стране. Так, Шухран, алиби. Шухран, алиби. А субтитры я специально выключил ради того, чтобы... Ну, тут все на русском языке, озвучка вполне неплохая. Не вышел. Боевики повсюду, Сэм. Сказал же, чисто не выйдет. Обещали меньше пафоса. Ну что ж. Быстренько переоделись в нашем... Все то же, Сэм. Вижу внизу прорву боевиков. Будет жарко. Так. Не привлекать внимания. Иду к боковому входу. Что у нас есть? Дымовая, ночное. Ой, нет, нет. Иди сюда. Ой-ой-ой-ой, как выключить? Как выключить? Есть горячая кнопка. Да уж. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, идет сейчас обучение. Душение, убийство заменить. Понял. Так, без убийства, без убийства. Если встанешь на путь, иди сюда. Сдохнешь раньше времени. Защищать этого труса Кобина ему вряд ли хотелось. А, вот она, эта фишка с Конвишена. Понял. Жив, могли бы спросить. Он бы с тобой согласился, если бы мог. Ну ты шутник. Сколько нам еще тут торчать? Окей. Сколько понадобится? Никс, ты видишь, что творится внутри убежища? Не вижу. Пока нет. Может лучше... Некогда. Я захожу. Ухью. Не, ночное видение здесь вообще не прокатит. Так, туда. Ахан, ахан, ахан. Так. Иди сюда. Ахрин, ахрин, махрин. Так, есть. Что дальше? Так, найдите и опустошите тайники во всех заданиях. Что за тайники? И где тут тайник? Фиг узнать, идем дальше. Какие тайники? Я никаких тайников не вижу. Тихо-тихо-тихо-тихо, там кто-то есть. Я слышу. Впереди несколько целей. Один на балконе. Можно подобраться незаметно? Комната справа. Там через окно наружу по карнизу. Понял. Спасибо. Эй, ты! Иди сюда. Эй, эй! Судя по звукам, там кто-то есть. Так, не. Кто же там есть? Иди сюда. Как ты понял, что я тут? Так. Справа, он сказал, комната. Это? Так, вентилятор. Тут никого, да? Понял. Так, открыть, лезть. Ага. Опа. Блин. Кыш. Гляньки сюда. Иди сюда. И ушел. Эй. Оба. К нам ушел, ты идиот.
Ладно, спираемся. Какие там? Раз, два, три. Есть. Эй. Ой, чуть я подобрал. Громкое оружие, нахрена нам не надо. Ой, могу их не пушки подбирать, это уже круто. Так. Да все, не бойтесь, он все будет окей. Так, тихо, тихо. Приберитесь туда. Тихо, 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 тихо. Угу. Опа. Эй, знаешь. Сюда иди. Эй. Я вроде слышал кого-то. Вон там. Конечно. Тут один же был, правильно? Ты где? Так, ты один там? Пошли. Твою мать. Еще люди тут. Тихо-т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 ихо. Так, это гражданские. А ну тихо, харам-барам. Как там по-вашему? Так, все окей. Закрыто. Я на позиции, Сэм. А нашего агента нет? Трудно сказать. Принято. Так, идем дальше. Выдал что-нибудь из пленника. Пленник? Да. Опа. Нет, еще никого не было. Так, погоди секунду. Иди сюда. Пленника пытают трое. Меня окружают одни идиоты. Ты. Да, ты. Это все, что мы узнали. Он молчал. Пусть он сообщит, и да, дальше они трупы. Без проблем. Пошел. Есть! На, на. Тихо. Наш пленник. Отлично, посылка у нас. Ясно. Это не он. Черт. Ты же сказал, что Кобин здесь. Должен быть, сэр. Я предположил. Никаких предположений, когда я здесь, ясно? Сэм, отзовись. Твой агент нашелся, он мертв. На подходе еще боевики. Уходите, сэр. Ладно, нужны варианты. И поживей. Минуту. О, да, это я, детка. Подключи телефон к Апсат. Я хакну это левое дерьмо на раз. Окей, Чарли, готово. Окей. Так, так, так. Чарли, живей. Есть. Ого, да тут жесткая порнушка. Засеки место звонка. Есть. Отследил. Перебрасываю на твой Апсат. Эй, твою ж мать, там полицейский участок. Брикс, готовься отступать. Вас понял. Тут грузовики с противником, с десяток боевиков. Иду, я вас прикрою. Так, наши приключения продолжаются. Есть план полицейского участка, все плохо. Боевики захватили его и окопались. Без Кобина мы не узнаем, кто стоит за черным списком. Без него мы не уйдем. Там Брикс, действуйте, я их отвлеку. Чёртовы боевики. Дропоружие, спецоружие, тап-гаджеты. Электрошок, а чё, слезоточивый газ. А чё такое, шумовая липучка, камера-липучка. ПНВ, ночное зрение. И пистолет. Нет, мне... Никого обезреживать пока не надо, мне глушитель. Чё ж тут творится-то? Все не стреляют, все в друг друга. Чёртовы придурки. Брикс, всех не перебьешь. Перемещайся. Будет сделано. Выдвигаюсь.
Я тебе помогу немного. Тихо. Так, меня не заметили. Хорошо. Пошли. Так, хорошо, все хорошо. Загружаю кратчайший путь к участку на твой обсад. Принято. Ищите боеприпасы, специальный контейнер. Угу, интересно. Оу, полегче. Отвернись. Привет. Тихо, молчать. Так. Никого. Вперед. Никого. Группа, разделиться. Тихо. Кто-то тут есть. Первая моя цель. Инста. Эй, ты. Иди. Сюда, сказал. Тут что-то есть. Да, тебе стоит проверить. Не отвлекайся, ищи. Сюда. Молодчинка. Где твои друзья? Я хочу с ними поговорить. Один. Черт. Раз. Он ушел. Тихо. Ага, еще двое, да, где тот? Что я делаю? Он идет сюда? Нет. Эй, там! Сюда иди. Так, этот отвернулся, тот отвернулся. Продолжать поиск. Он... Я хабар! Тихо. Здесь упади. Мурховор, ёпт. Эй, сюда. Сюда иди. Тебе нужна помощь? Где твой друг? Куда твой друг пошел? Куда пошел твой друг? Помоги мне искать. Конечно. Эй, сюда, ближе. Понятно. Пошел. Черт. Твою маму, что же я делаю? У меня кончились эти штуки. Твою. Сдохни. Стелс, мать твою, что ж ты делаешь, Сэм? Беги, Сэм. Открути. Что такое-то? Что произошло там? Ладно, переходим. Упал. Твою мать. Труп. Фу. Вот так вот. Такая маленькая ошибка может лишить нас жизни. Окей, все окей. Так, может автомат взять? Не, ну нафиг. Не гребаный террорист. Пошли. Так, как тут? Ага, залезть. Окей. Пошли. Сэм, я вижу приоритетную цель. В первой десятке списка Лэндли. Если захватишь, мы заберем посылку. Понят. Понято. Тихо. Приоритетный. Так, где у меня электрошок? Ты их слышишь, ты Аллах там. Где мои? Так, как его выбрать-то? Подожди. Упал, отжался. Красавчик. Что с ним сделать? Так, скрутить, удержать, чтобы подобрать объект
Макаров так скрутить. Цель захвачена. Есть. Местные власти предупреждены. Так, перезарядка, быстро свет. Аж свет можно вырубать, я же забыл. Совсем, ёлки-палки. Ух ты! Чё-то я сделал. Зачем я дверь выбил? Так, ладно, вперед. Так, это квартира, по ходу дела, да? У чувака тут проблема, там у него кран течет. О! Грим, как быстрее попасть к Кобину? Быстрее, иди, говори. Иди вниз по улице. Понял. Принято. Так, слышу еще одна ублюдка. Гляньте сюда. Что там происходит? Так, несмертельные удары, да. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, молодчинка. Чудика. Так, двое там. Свет выключить. Оба, там на улице ребята. Нет, не пойдем, не полезем. Нет, это не поможет. Он идет. Иди сюда. Сюда, сюда, парень. Да-да. Тихо. Все, тут лежать. Так, ты. Где, куда тот пошел? В квартире закрыть его там. Тихо, 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 тихо. Блин. Это опасно. Так. Окей. Опа. Иди сюда. Тихо. Никого, да? Все окей. Так, дверь есть. Блин, ну слушайте, у меня уже все. О, тихо, тихо, тихо. Свет. Сколько вас там? Опа. Просто лампочка. Сюда иди. Мне кажется, там кто-то есть. Да ты что? Да только шум не подымай. Черт. Надо ж такая. Я тебя видел. Давай, Сэм, пошел. Умри. Близко там было написано. Ой, песик. Гав-гав. Я не хочу тебя убивать. Так, ты только не гавка, ладно? Я сказал, не гавкай, собака. То убью. Эп. А что дальше? Пока. Ничто не должно помешать моей миссии. Сэм, полицейский участок прямо за углом. Понял. Принято. Брикс, докладывай. Я почти на месте. Засел на крыше в 200 метрах от полицейского участка. Наблюдаю за объектом и улицей. Понял тебя. Опять эти хамба-хамба. Ай-яй-яй-яй-яй. Сколько их там? Сколько у вас там ублюдки, а? Эй, иди сюда. Где твой друг? Туда пошел, да? Ну я пойду за ним. Черт. Он один был, никаких тут снайперов не сидит, мать их.
Собака. На, собаки чувствуют. А что собака это делает? Тихо. Там и упал. Кто-то идет. Уходим. Где он? Вон он. Черт, он передал, да? Не хочешь помочь мне здесь? Ладно. Тихо. Фак. Надо же такая облажаться. Ладно, сейчас у меня есть гаджеты. Камера липучка, шумовая липучка, слезоточивый газ. Че она не взрывается-то? Не понял я этого юмора, почему она не взорвалась. Китайский брак. Эй. Сюда. Ку-ку. 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 Камон. 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 Молодец. Тихо, тихо. Убивать не буду. Сегодня добрый. Куда эти двое пошли? Там, да? Один там, второй там. Через стенки убивать я мастер, конечно. Так. Ладно. По-моему, тут больше никого нет. Ого, никого нет. Ладно. Они туда идут. А мне все равно внутрь. Тихо, сейчас надо быть осторожным. Я внутри. Я внутри, смотрю, чтобы не было хвоста. Ты знаешь, где нужно искать Кобина? Думаю, в камере для допросов, верхний этаж, южная сторона. Брикс, Кади, бери фургон, встретимся в точке эвакуации. Хорошо. Я захожу. Опа, я их вижу. Тихо. Слышите, кого-то там пытают, идет сюда. Сюда, давай, открывай дверь. Что такое, дверь открылась? Это я не закрыл? Да, я думаю, тебе стоит эти проверить. Сюда иди, сказал. Ближе. Вот так вот. Так, это... А что тут твой друг сюда идет? Который меня заметил, да? А теперь нет. Упал. Уходим. Есть света, нет. Ах ты. Тихо. Есть. Пошли дальше. Пошли внутрь. Свет поганый. Выключись. Есть там кто? Нету, да? Опа. Либо там это было. Еще теперь нет нигде света. Так. Если у них контора в участке, значит там есть компьютеры. Найди их и подключи отсад, чтобы получить ценную информацию. Я спросил, что ты забыл у американцев? Я же сказал, вы тут вообще ни при чем! Слово даю! Значит, ты нас презираешь настолько, что издавать не захотел, так? Нет! Ничего подобного! Нет, нет!
Нет, нет, нет! Яла. Ты много болтаешь. Я думал, вы хотели знать. Не думай, будет только хуже. Нет! Ладно, ладно, не надо! Я им все рассказал, ясно? Я нашел Кобина. Он еще жив? Пока да. Спасите Кобина. Ладно. Чё-то я как-то не поспел, сумку прошёл. Иди сюда. Твою мать! Спасибо. Ху, чёрт. Кто вас послал? Церу? Откуда ты, мать твою, взялся? Фишер, если это насчет той истории... Заткнись. Нет, 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 не надо, нет, нет! Ты пришел за мной? Я пришел за тем, что ты знаешь. Сядь. Сэм, сейчас начнется пекло. Местные таланты двигаются к тебе. Посылка у меня. Брикс, ты где? Близко, в фургоне. Твою мать, он пришел за мной. Двигай. Живо. Идем. Воу. Прям с ним вместе? Меня, да? Приседать я умею с ним? Нет, с ним я могу только пушку менять. Ладно, теперь пользуюсь через плечо. Упал. Вижу, у тебя еще есть друг, да? Перезарядился, идем, идем. Шумовая липучка. Тихо. У меня она не будет работать. Неудобно гаджеты тут бросать. Идем, идем. Света нет. Вон еще один ходит. Идем. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Никого больше нет. Шутишь? У меня даже ботинок нет! Двигай. Какого хрена? Хватай. Зачем? Давай. Твою мать! Брикс, мы близко. Да, вот так вот и работают, как говорится, по стелсу. Так. Три стиля. Призрак оставайтесь незамеченным, следующий врага незаметно убивайте их и сразитесь с противником лицом к лицу. Используйте громкое оружие, взрывчатку. Три стиля, про которые я говорил тоже. Это очень интересно. Сделали они здесь, очень потрясающе. Это все работает. Главное, что это все работает. Так, нам начисляются какие-то очки. Давайте пропустим. Так, у нас больше по пантере получилось. То есть в среднем режиме, в принципе, я на него и рассчитывал. Так, возвращаемся так это на паладин, да? Без этого никак не обойтись! Ну? Ладно. 6 недель назад. На меня вышел клиент, он хотел калаши, грады, ракеты, все подряд, в общем. Предлагал много зелени. Да, выгодное дело, даже слишком. С твоим оружием напали на Гуам? Эй, я же не знал, с кем торгую. Обычно мои клиенты не громят ваши базы. Кто? Знаю только, что они обсуждали нападение на посольство в Вене. Охренеть, как гордились! Тогда погибли сотни невинных людей. Да ты что? А я о чем говорю? Он та еще, сука, просто людоед, и он не оставляет следов. Да. Херово, правда? Чуть не... Что?
А это что за урод? То есть ты сдался ради защиты? И чтоб вы, дебилы, не прибили меня за Гуам. Брикс, не хочешь отправить груз на хранение? С радостью. Чего ты сказал? Грим, вы с Чарли наройте мне все, что сможете об этом загадочном клиенте Кобина. Пора начать охоту. Так, ну... Мы выполнили первую миссию. Улучшение самолета Грим. Улучшите кабину. Как это сделать? Обстановка. А, вот, через Грим. Сэм, на нас очень злые в Бенгази. Мы должны пообещать, что Кобин вернется живым. От него есть польза? Да, он меня достал уже. Он как заноза в заднице. Но его знания нам пригодятся. Будь на связи. Кстати, Сэм, захочешь улучшить самолет, обращайся. Здесь большой простор для творчества. Ну, давай попробуем. Так, ну, собственно, тоже одна из уникальностей. Так, штаб-пилот чудает высокочувствительные датчики, отслеживает противника объекты. Так, улучшим мастерскую Чарли, чтобы получить доступ к прототипам оружия. Улучшит возможность сбора данных, чтобы получать дополнительные задачи во время операции. Лазарет. Улучшил лазарет, чтобы Сэм Брикс и Брикс могли всегда быть в форме. Кают-экипаж. Улучшите кают-экипаж, чтобы Сэм и Брикс могли выбрать нужное для задания снаряжение. Камера. Улучшить условия проживания Кобина. Он раскроет свои связи с черным рынком. Вот через кого мы будем черный рынок открывать. Ага. Так, отсек. А, чтобы агенты 4-го эшелона могли получать больше оборудования. Так, сколько у нас сейчас? 188. Так, кабина пилота улучшим. Ого, следующее стоит. Нехило, второго уровня-то стоит. Показывает, куда смотрит враг. Так, у нас идет модернизация, видимо. Или нам это сейчас показывать будут, не знаю. Но это очень круто придумано. Помимо себя мы еще будем самолет наш паладин апгрейживать. Это круто. Интересно, да заправляется этот самолет где? Что ж мы апгрейдили? А, так, что у нас тут? Это дополнительные миссии, это статус паладина. Здесь можно посмотреть снаряжение. Сэм, скажи мне, если захочешь улучшить что-то в самолете. Окей, ну что ж, ребята, я думаю, такая боевая у нас миссия, задача первая произошла неплохо. Что ж, будем по мере прохождения узнавать все больше и больше. Всем удачи, всем пока, увидимся в следующей серии. Счастливо!